Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить острую приправу с кабачками. Что мне для этого понадобится? Я взяла 2 килограмма помидор, килограмм кабачков молоденьких, килограмм перца сладкого, головку чеснока почистила, 200 грамм сахар, 200 миллилитров либо грамм масла растительного без запаха, и нам понадобится уксус. Столовая неполная ложка уксуса. Соль 2 столовых ложки, тоже неполных, не с горкой. Рецептов приготовления приправы очень много. Вот это один из моих любимых рецептов. Готовится быстро, просто и очень вкусно. К любому блюду подается. Итак, что мы будем делать? Значит, все я буду перекручивать на мясорубке. Но изначально хочу сказать, что помидоры желательно брать вот такие, этого сорта, не знаю, конечно, как он называется, так как он мясистый и очень мало тут жидкости, воды. Поэтому я беру всегда для приправы вот такие помидоры. Перчики берем тоже красные. Семечки удалять я не буду, срежу только вот эту часть плодоножки. Кабачки тоже, так как у меня молоденькие, я срежу вот эти конечности. Остальное все будем перекручивать. Итак, я начну перекручивать. Ну что ж, кабачок, томаты и сладкий перец я перекрутила. Чеснок я тоже перекрутила, но я его сюда пока не отправляю. Минут за 10 до готовности мы отправим сюда чеснок. Я не озвучила один из ингредиентов. Это острый перчик. У меня вот такой, я уже в каком-то видео представляла. Комнатный перчик, мелкий, но очень-очень острый. Я сюда штук 6-7 измельчу сейчас еще на мясорубке острого перца. Вы же берите, ну как вы любите, поострее. Перчики есть поменьше, побольше. В зависимости от остроты. Если вы уберете зернышки, острота уменьшится. Если оставляете, то острота будет больше. Я люблю остренькое, на то это приправа острая, поэтому я сюда 6-7 перекручу и еще потом посмотрю, когда немножко проварится, перчик разойдется, посмотрю на вкус, что сюда нужно. Значит, сейчас я перекручу сюда еще острый перец. Как сказала, чеснок пока не трогаем. Все, отправлю это либо в казанке тушите, либо в кастрюле с толстым дном. Все это будем тушить с открытой крышкой, чтобы испарялась вот эта лишняя водичка, которая нам приправа нужна, густенькая. Эта вся водичка испарится. Можно уже сюда отправить соль. 2 столовые ложки, я которые подготовила. И сахар. Масло пока я не отправляю. Итак, сейчас все это поставим в кастрюлю. Острый перчик я перекрутила, тоже добавила. Было у меня пару веточек небольших сушеного базилика. Я его тоже перекрутила. Поверьте, для этой приправы лишним не будет. Приправу я отправила в казан. И поставила пока на сильный огонь, закипит. Потом я поставлю ниже среднего. И 45 минут с момента закипания приправа наша должна вариться при помешивании до полной готовности. 45 минут после закипания. Крышкой не накрываем. Лишняя вода испарится. Соки, вернее сказать. Но так как я в начале видео показала, помидоры мои мясистые, жидкости практически мало. Больше жидкости от кабачков. Все, готовится наша приправа. Банки я простерилизовала в микроволновой печи. Промываю их хорошенечко. Содой пищевой ополаскиваю тщательно. На полотенце переворачиваю. Затем на 4,5 минуты ставлю в микроволновую печь. А крышки кипячу в маленькой кастрюльке в воде. 10 минут осталось до готовности варки моей приправы. Сейчас я сюда отправлю чеснок и уксус. Пожалуйста, кто-то противник уксуса, не отправляйте уксус.
проварите дольше, 60 минут эту приправу. И чтобы ваши баночки обязательно были тщательно простерилизованы вместе с крышкой. Когда перельем все это в банки, обязательно переворачиваем, укутываем. До полного остывания они будут стоять укутанные. Итак, ну а я готовлю с уксусом. Он не повредит немного, я так думаю. Потому что, ну, вкус немножечко другой получается. И гарантия, конечно, сохранения. Храню я в квартире, все в кладовой, все свои консервации. Всегда все хранятся по год и два. Если что-то не съели, 2 года стоит в целости сохранности. Итак, буду отправлять сюда неполную ложку уксуса. Не 9% уксус, кислота уксусная. И чеснок наш сюда отправлю. Время истекает. Можно уже раскладывать по банкам. Вот так перемешали хорошо. Вот такое оно у нас получается. Приправа с кабачками. В следующий раз мы с вами приготовим эту приправу. Называют огонек и хреновина, и чертовщина, и как хочешь, да? Ну, я просто приправа ее называю. Без кабачка, чисто томаты, перчики. Все, переливаем в баночки. Перемешивая. Огонь я не выключаю, пока не заполню последнюю банку, чтобы приправа вся была стерильная. Ложку, прежде чем наливать, я простерилизовала. Вот наливаем доверху, закрываем крышкой и переворачиваем. Ну что же, друзья, вот такое количество приправы у меня получилось. Не знаю, сколько здесь это в литрах будет. Эту баночку я оставляю кушать на пробу. Вот такая красивая икра. Как видите, извините, приправа. Делала икру недавно. Вкусно. Сейчас мы ее попробуем. Эти баночки мы укутаем в теплое одеяло. Пусть стоит до утра, до остывания. А это сейчас попробуем. Ой, она, конечно, еще горячая. Баночки укутали, а вот это, которую мы будем кушать, ароматная, аппетитная, аппетит нагоняет. С колбаской, с любым мясным продуктом, с пельменями, с макаронами, с мантами. Просто на хлебушек помазать, это что-то. Приготовьте обязательно такую приправу. Очень-очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь понравившимися рецептами. Всем пока!